Ярмарка профессий предлагает жительницам Приморья помощь в трудоустройстве. Приморский центр занятости помогает соискателям, которым сложно выдерживать конкуренцию на рынке труда. Как правило, это выпускники учебных заведений без опыта работы, пенсионеры, женщины, воспитывающие маленьких детей. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, помощь семьям – это создание условий, когда родители могут работать без ущерба для воспитания детей. И в этом они могут рассчитывать на поддержку государства. Возможность бесплатно получить новую специальность, находясь в декретном отпуске, закрепляет майский указ президента 2012 года о демографической политике. На ярмарке вакансий и заинтересованность в новых кадрах выразили страховые компании, торговые сети, образовательные и медицинские учреждения, филиал Почты России, ОАО РЖД, служба судебных приставов и налоговая служба. Соискательниц проконсультировали по вопросам переобучения. Переучиться или повысить квалификацию можно всего за 3 месяца. Ярмарки вакансий проходят практически еженедельно. Работодатели постоянно меняются в зависимости от направленности ярмарки. Это очень хорошее мероприятие. Думаю, что я знаю, что они проводятся регулярно, и это очень хорошо. Мне кажется, помогает людям найти хорошую работу. Я очень бы хотела, чтобы это помогло вообще в своей работе, что меня очень радует. Мы часто получаем отклики от наших граждан.